Если один сейв Александра Осипкова вошел в топ-10 недели, то и Андрей Костицын тоже поучаствовал в хит-параде. А вот сейчас Минская «Динамо» открывает счет. 1-0 на 5-й минуте первого периода. Минчане забивают. Шор хорошую позицию выбрал на пятаке перед воротами. И там даже не бросок скорее был, а вот именно что передача на дальнюю штангу. И Шор подставляет клюшку. Это его первая шайба. И все-таки Шейн-Принц забил. Так, тут еще номера 29-92. Ну вот шайба у Принца. Вот он не попадает по воротам. Да, посмотрите, Принц сначала не смог бросить. Нет, это Шейн-Принц. Действительно, посмотрите, сколько, две смены ему понадобилось провести за минскую команду. Это он пытается вывести на пятак, обыграть двух соперников. У него это не получается. И дальше он что делает? Он прокатывается за воротами и выбирает вот здесь себе позицию на пятаке. Опять, кстати, пространство перед вратарем очень плохо сейчас защищали защитники Сибири. И в итоге следует передача на Шейна Принца.